Ректор АГУ поздравил Инвер Абзагуа с победой. Олег Угварами рассказал, что он на протяжении 20 лет возглавлял Федерацию бокса Абхазии. Тогда не было профессионального бокса, но были профессиональные спортсмены. По мнению Олега Алексеевича, сегодня у молодых людей есть возможность для профессионального роста. Но для этого им необходимо работать над собой. Здесь хорошая возможность для того, чтобы продвигаться. Вот два моих студента, которые, значит, вместе с тобой учатся, вот они уже даже Игорь Адлибай, чемпион мира по одной из версий и так далее. Вот, а Батал Чежи тоже очень хорошее достижение. Вот, и мы надеемся и на тебя тоже. Инвер Бзагуа многократно занимал призовые места на турнирах в Турции и за ее пределами. В 2019 году он впервые приехал в Абхазию и принял участие в международном турнире по боксу «Кубок государства Абхазии», где стал обладателем пояса чемпиона. Спустя некоторое время Инвер принимает решение переехать на историческую родину на постоянное место жительства. С тех пор прошло 2 года. Сегодня Инвер Бзагуа является студентом АГУ, принимает участие в поединках и выступает за Абхазию. 26 ноября в Москве прошел турнир бойцовского клуба РЕН-ТВ, где он вышел на ринг с абхазским флагом в одежде с традиционными абхазскими элементами. Соперником Инвера был 42-летний боксер из Челябинска Артем Вычкин. Бой был тяжелым, но Инвер не уступил опытному спортсмену и достойно прошел всю дистанцию. Встреча продолжалась 6 раундов. По результатам поединка судьи приняли единогласное решение и присудили победу Инверу Бзагуа. Инвер у нас, конечно, в рейтинге был 723, соперник был там 400, грубо говоря. Вот мы сейчас поднялись на его уровень. То есть, вообще такие рейтинги, скачки очень редко бывают, потому что 700-го на все. Ну, у нас соперник такой, мы выбрали специально такого соперника, чтобы мы поднялись по рейтингу, потому что я считаю, что у него есть хороший потенциал и есть над чем работать. И ошибки, естественно, есть, их будем исправлять. Для 26-летнего Инвера Бзагуа это был 2-й рейтинговый бой. Первый он провел в июне этого года, где техническим нокаутом одержал победу над российским боксером Виктором Конкиным. Член сборной Абхазии по боксу Инвер Бзагуа отметил, что победа в турнире бойцовского клуба РЕН-ТВ принадлежит не только ему, но и всей стране. И это была очень хорошая победа не только для меня, для всей Абхазии. И я больше рад тому, что не только наши друзья смотрели и писали пожелания, а и люди из зарубежных стран, и те люди, которых нас не знают, которые они тоже мне писали, и я этому очень рад, потому что как получается, что мы даем им информацию об Абхазии, и мы как бы им тоже как бы предоставляем необходимую информацию через спорт. На данный момент даже с Турции нас пригласили на несколько турниров международных. И эти переговоры тоже продолжаются и на сегодняшний день. Меня даже пригласили для участия на Олимпиаде, но я как бы сказал, что я продолжаю свой профессиональный рейтинг в Абхазии. Уже совсем скоро Инвер Бзагуа начнет готовиться к очередному рейтинговому бою, который пройдет в следующем году. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.